целом постройки напоминают старый Ростов. Там примерно такие же домики. Так идешь, смотришь, кажется, что по Ростову идешь где-нибудь ближе к Дону. Вот классные трамвайчики, мне так они нравятся. Хоть обновили парк. Ну то были же, ну вообще кошмар. В полудырке едешь, смотришь, оно все зияет. Опасно даже на таком полу было находиться. За сиденье вообще говорить не хочу. И шум такой стоял бешеный. Вот тебя закинули в коробку железную и трясут. А сейчас вон какие стали бегать. Красавчики. Так, вопрос. В какую мне сторону? Мне кажется, туда, куда идут трамвайчики. Есть такое подозрение. Ой, скользко. Ну как? Переулок Тургеневский. Я так думаю, мне все-таки туда. Ни за что бы не подумала. Сидят со столиком в такой кафешечке. Тихо, без музыки. Так, ну я такой квадратик обошла. Небольшой. Мне все равно сюда, в эту сторону. Какой-то лабиринт. Не могу никак отсюда выбраться. Колоночка. Вода есть, потому что мокро.
ты, какой дом на той стороне. Мне очень нравятся вот эти вот фрески. Классные. Надо подойти сейчас поближе глянуть. Да, опять я на Фрунзе. Так, ну дом мне этот очень понравился. Смотрите, какие статуэточки. Прикольная. Там уже голова, правда, отвалилась. Необычный дом, я скажу. Ворота-то какие. Не представляю, как это все было красиво в свое время. Там еще и гаргульи, но надо жить. Вон они там наверху. Непонятные. Вот так вот. Охранники дома. Ну и снова я перебралась на жаркую сторону. Вот житье мое. Сейчас буду перехватить. Так, иду я в сторону вокзала.
то возвращаться. На вокзале снимать особо не получается, там много полиции, и не хотелось бы себе проблем, а то будут то штрафовать, то еще что-нибудь придумают. Да и вообще, вокзалы место охраняемое, поэтому там особо не наснимаешь. Очень много учебных заведений. Какие колонны большие, здание-то какое. Переулок Красный. Вот какой домик. Интересно оформленный. Везде обрезаны деревья. Наверное, обрезка была сегодня у них. Хотя выходной, праздничный день. Или уже после праздничный, но все равно выходной. И то обрезка идет. Где-то компотом пахнет, где-то ванилином. Вкусно, такие запахи разные. Тоже какая-то парковая зона, большая площадь.
Там тоже какой-то парк. Гимназия написана вдалеке. Пройдусь-ка я в тот парк, меня аж заинтересовало. Благовония пахнут. Эзотерический магазинчик. Сразу понятно, запах такой классный. Очки. Успею. Девочки. Нет, не успела, но тем не менее перешла. Так, теперь мне сюда уже 9 секунд. И тут не успеваю. Да ё-моё. Ой, в этом парке я не была. Я немного устала. Надо, наверное, немножко передохнуть. Интересный парк. Ух ты! Интересная инсталляция. Трамвайшек старенький. Ой, собака. Собака. Такой классный собак. Кино. Таганрогский трамвай. О как. Кино идет, можно кино посмотреть, надо жить. Мы сталкивались когда-нибудь с рыцарями,
Слышно, куда команду дротиков? Так, мы можем покинуть. Так, посижу я чуть-чуть, кино посмотрю. И надо перевести дух. Я маленько приустала. Они вот-вот сюда прорвутся. Не может быть. Ну и где же наши дроидыки? Учитель, дроидыки! Будет защитное поле. Теряем время. Бежим. Куда им тягаться с дроидеками? На местник. Они ушли через шахту вентиляции. Боевые дроиды. Армия интервентов. Странные методы у торговой федерации. Нам необходимо связаться с канцлером Делорумом. Разделимся. Прячемся на разных кораблях, встречаемся на планете. Вы оказались правы, учитель. Переговоры были недолгими. Есть сообщение с планеты. Это сама королева Амидала. Наконец-то мы добились результатов. Мы рады видеть вас снова, ваше величество. Вас не обрадует то, что я хочу сказать, наместник. Торговой блокаде нашей планеты пришел конец. Но мне об этом неизвестно. Мне сообщили, что к вам прибыли послы канцлера, и вам велели заключить соглашение. Я ничего не знаю ни о каких послах. Вы очевидно ошиблись. Берегитесь, наместник. Федерация зашла слишком далеко. Мы позволяем себе делать лишь то, что одобрил Сенат. Ваши претензии безосновательны. Увидим. Она права. Сенат им зашла уже поздно. Думаете, она ждет вторжения? Не знаю. Необходимо немедленно лишить их связи с окружающим миром. Это возможно. Канцлер заверил меня, что его послы прибыли. Наверное, начинаться переговоры. Послы, невозможно. Сенатор Палпатин, в чем дело? Проверьте генератор передатчика. Нарушение связи может означать лишь одно. Интервенция. Федерация не посмеет зайти так далеко. Сенат запретит им вести торговлю. Тогда им конец. Мы должны ждать результаты переговоров. Переговоров? Мы полностью лишились связи. И не знаем, где послы канцлера. Это опасная ситуация, Ваше Величество. Бойцы нашего ополчения не справятся в закаленных боях армии Федерации. Я не одобряю любых акций, приводящих к войне. Убойное место. Почему в Ростове такого нету?
Ой, этого я любить. Уходи отсюда. Нет, нет, моя остаться. Моя волчачья пыль. Моя сейчас служит тебе. Это вообще ни к чему. Ой, ну как же. Да пыль это будет голуби. Да, однако.